Привет, мои хорошие, с вами Эмили, и сегодня я снимаю для вас влог домашний, никуда не выходя, как говорится, дома, но я заметила, что вы смотрите подобные видео. Если вы смотрите, почему бы не снимать? Я даже подумываю над тем, чтобы снять неделю влогов. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, реально очень интересно, хотели бы вы видеть такой формат. У меня здесь, значит, бардак, не обращаем внимания, я все это сейчас уберу. Но для начала мне нужно покушать, чтобы набраться сил. И сейчас как раз-таки я этим займусь. Будем снимать для вас. Буду снимать одна, представляете? Мукбанг с тушенкой. Надеюсь, что вы оцените. Тушенка очень вкусная. Я вообще с детства очень люблю тушенку. У меня папа работал проводником одно время, и мама покупала для него на дорогу тушенку. И мы с братом прям дрались из-за этой тушенки. То есть мы тоже хотели. Но мама говорила, что я вам приготовлю точно-точно такой же суп, например, из свежего мяса. А тушенка пусть останется папе. Вот, и мы воевали с братом, да, из-за тушенки, мы всегда из-за еды дрались. Но теперь, слава богу, драться нам не приходится, потому что мы живем в разных домах. Вот так вот выглядит у меня моя косметика, моя гордость, просто раритет. Хочу закончить прям все. Я, в общем, беру одну палетку, вот, например, вот эту недавно взяла, и доиспользую все, что здесь есть, и выброшу. Точнее, положу в пакет с пустыми баночками декоративки. Я поняла, что у меня очень много декоративной косметики, и поэтому я буду пользоваться одним и тем же, добивать до конца, и потом уже брать другую. В общем, это моя косметика. Кстати, все спрашивали, что это за зеленые тени, которые я наношу на нижнее веко. Это MAC. Да, очень классный тень, хорошее качество, прям супер. Ребят, кстати, вот еще эта тушь, она ужасная, не покупайте ее никогда. Она не удлиняет, ничего, в общем, с вашими ресницами не делает. Просто так, выброшенные на ветер деньги. Вот так вот я готовлюсь к мукбангу. Это пюрешечка, и здесь тушеночка. Сверху пюрешечки будет тушеночка, а рядом с ними еще будут оливки, ой, маслины и немного овощей. Посыпаем немного зеленью. И вуаля! Готово! Тут для съемок. Это моя комната, а здесь комната для съемок. Привет, бандиты! Обычно я так не говорю. Одна девочка есть в ТикТоке, она всегда так говорит, у меня тоже что-то заело. Привет, бандиты! В общем, сейчас я буду выпрямлять волосы, потому что я вчера, короче, искупалась и легла спать. Обычно я так не делаю. И вот что у меня получилось. Шухер! Никогда так не делайте. Сейчас я буду выпрямлять свои густые волосы. Иногда я смотрю на девчонок и поражаюсь, как у них мало волос на голове. Прям вот столечко волос. Я думаю, как вы так живете? Да вы же скоро облысеете. В этом плане мне повезло. Но вместе с этим у меня растут волосы везде. У меня растут усы на руках и так далее. Но, слава богу, однажды очень умный человек изобрел лазерную эпиляцию. И после этого Айка счастливая. У меня, значит, вот такая вот плойка. Ой. Утюжок от Люми, очень старый, я его покупала, когда мне было, наверное, лет 12, точнее, мне мой брат купил, очень дешево стоил, в магазине раньше назывался «Смешные цены в России», вот, и я довольна, он очень классно выпрямляет. Иногда я пользуюсь, например, чужими утюжками, и я понимаю, насколько у меня крутой утюжок. Но, к сожалению, здесь нельзя регулировать температуру, еще его надо немножко протереть. Надеюсь, что на видео вам это будет не видно. Вот такие вот делишки, ребята. Сейчас буду снимать для ТикТока что-то. У меня парень вообще считает, что нахрена ты вообще снимаешь для ТикТока, зачем это надо. Твоя основная деятельность — это Ютуб. Снимаю лучше что-то для Ютуба, снимаю больше для Ютуба. Ну, не знаю, меня как-то забавляет это. Это как наркотики. Ты просто вникаешь в это дело
и все, не можешь остановиться. Так вот, видите, как классно выпрямляет. Видите, какая красота. Просто лепота. Мне еще надо смонтировать видео и выложить. Представляете, я до сих пор не сделала. А мама уже подготовилась к видео, чтобы снять на ее канал. Вот, если я сейчас не пойду, не засниму, то она начнет обижаться. Для нее ее канал — это вообще нечто. Вы некоторые переходите к ней, там пишете ей комплименты, она прям очень радуется. Кто-то написал в комментариях, что вы прям так похудели, прям по рукам видно. И она такая радостная была. Она говорит: видишь, Айка, я похудела, даже по рукам люди замечают. Я хотела сказать: мама, это просто комплимент. А потом я подумала, человек радуется, пусть радуется дальше, что я буду расстраивать. Честно, не знаю, будет ли вам интересно такие влоги. Ну, я смотрю, люди хорошо смотрят мои влоги. И меня, если честно, удивляет, потому что я смотрю свои влоги и думаю: блин, что же здесь такого интересного? Некоторые люди там, не знаю, путешествуют, показывают другие страны, что-то вот суперинтересное. У меня просто дома там, как я делаю уборочку, как я упрямляю волосы. По идее, я думаю, кому это будет интересно. Но по просмотрам я смотрю, ребят, что вы молодцы, вы смотрите мои влоги. Это безумно приятно, это мотивирует меня сделать неделю влогов. Я просто боюсь начинать снимать неделю влогов. Вдруг я начну, а потом что-то мне будет лень, или я буду не успевать, или так далее. Все-таки мукбанки же тоже должны у меня выходить. Вот, поэтому боюсь я немного. Мы, короче, в понедельник увидимся с Фатей. Вот многие, кстати, спрашивают, как мы с Фатей делим деньги с Ютуба, да? Все, что мы снимаем на ее канал, эти деньги достаются ей. Все, что мы снимаем на мой канал, эти деньги достаются мне. Мне кажется, это максимально честно. Или, например, люди спрашивают, как вы... Ну, то есть... кто платит деньги за еду. Если идея снимается на Фатин канал, платит Фатя. Если на мой, то плачу я, естественно. Но иногда бывают, конечно, исключения. Мы прям копеечными делами не занимаемся. Например, мама в тот раз сделала кутабы для Фати. Фатя, например, может что-то купить и принести мне и не взять деньги. То есть у нас денежных вопросов никогда с Фатей не возникает. Кстати, насчет денег. Не знаю, будет ли вам это интересно или нет, но у нас очень сильно упал доход с Ютуба. Очень просто. Это ужас какой-то. Мы просто зарабатываем 30% от того, что зарабатывали. И не знаю, когда это восстановится и восстановится ли вообще. Дело в том, что рекламодателей стало меньше, из-за этого YouTube снизил цену на рекламу. И получается, что и цена дешевой рекламы, и рекламодателей тоже нету из-за коронавируса, из-за вот этих вот проблем всяких. Вот. И чем дальше, ребята, тем хуже. Я просто думала, что ниже этой отметки цена за рекламу не может упасть. Но сейчас я понимаю, что капец, просто капец, честно. Да, ну нужно думать позитивно. Вот в такие моменты я думаю, как хорошо, что у меня есть своя работа. Основная, с которой мне ни копейки деньги не платят сейчас. Но там хотя бы дела восстановятся. Как только карантин закончится, мы уже людям продаем аппараты и технику. Потому что они не могут привезти из Турции. Потому что границы закрыты. И мы продаем наши товары. Короче, постель я собрала с горем пополам. Сейчас мы будем прибираться вот здесь. Точнее, я половину вещей уже разложила по местам. И вот здесь вот надо все это дело убрать. Я закончу и покажу вам, что у меня получилось. Ну все, порядок наведен. Компьютер я положила сюда. Буду здесь монтировать. Здесь мои уходовые штучки. Кстати, в прошлом влоге я вам это все показывала. Это все новиночки. Расческа из мини-со. И, кстати, вот кисти надо помыть. Это кисти, которыми я совершенно не пользуюсь. И остальные у меня лежат на комоде.
Ребят, смотрите, что я нашла на Ютубе. Наконец-то Тарасов дает интервью. Хотя я к Олечке очень хорошо отношусь, все равно безумно интересно. Бежите, смотрите, он все в подробностях рассказывает, как я люблю. Я остановила уборочку, смотрим, потом продолжим. Все самое главное сейчас комментарий Тарасова узнать. Ребят, я наконец-то досмотрела интервью, было очень интересно, и с одной стороны, я немножко по-другому взглянула на Дмитрия Тарасова, мне почему-то всегда казалось, он такой мерзкий, гадкий, извиняюсь, конечно, но после интервью я немного поменяла о нем мнение, мне очень понравились его фразы, то, что он говорит, что самое главное — это дети и семья, я всегда хотела большую семью, детей и так далее. Сейчас, к сожалению, вот дети и семья потихоньку это обесценивается, люди предпочитают свободу, гулянки, клубы, а вот мужчин, которые действительно хотят семью, очень мало на самом деле, с каждым днем становится все меньше. Вот, и в этом плане я немного удивлена, если честно. Очень мне он импонирует теперь. Не могу сказать ничего плохого про Олю. Мне она как нравилась, так и нравится. Но, наверное, они слишком разные. Сейчас, например, его жена Настя. Мне кажется, она очень красивая, очень примерная. Такая скромная, не знаю. Мне очень нравится вот именно такой тип девушки. Прям эталон женственности, можно сказать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы посмотрели это интервью. Если не посмотрели, посмотрите обязательно, потому что он все там рассказывает и прям все по полочкам разложил. Я читала комментарии, и там вот сплошной хейт, сплошной негатив на него. Но я, если честно, не разделяю этот хейт. Он некоторые вещи, очень даже умные вещи говорит. То есть он говорит, что я знал, чего я хочу. Когда я знакомлюсь с девушкой, я хочу семью и детей. Ребят, я тут собираюсь уходить к Шелли с ночевкой. Хочу вам показать, что я буду брать с собой. Вот такой вот у меня рюкзак. И я всегда беру всего по минимуму. Вот это, например, щетка зубная электрическая от Хапика. Ой, иди сюда. То есть это обязательно, я же буду чистить там зубы. Дальше кошелек, мне надо купить вкусняшек. Честно, я с пустыми руками идти не могу, мне как-то всегда становится стыдно. Я прикуплю то, что буду кушать там. В общем, это ключи. Дальше здесь помада и карандаш от Maybelline. Дальше тушь, тоналка от Revolution Pro. А здесь тушь от Essence. Парфюм от Avon. Вот без парфюма я не могу. Я всегда должна классно пахнуть. Зарядка, конечно же, от моего телефончика. Может быть, там тоже поснимаю для вас влоги. В общем, здесь крем и еще вот такая вот четверочка, которой я давненько уже не пользуюсь. Просто неохота таскать свою огромную палетку. Поэтому возьму эту. И здесь есть оттенок, который идеально подходит для моих бровей. Резинка. Расческа. Такую расческу не очень люблю, но просто она занимает мало места, поэтому возьмем ее. И последний момент. Тут средство для снятия макияжа от Faberlic, которое мне очень нравится, но мне неохота таскать вот этот вот баул. И я думаю взять вот эту вот штуку от блесток, блестки выбросить и сюда чуть-чуть вот, как сказать, засунуть. В общем, это засунуть сюда немного, чтобы не таскать этот огромный баул. В общем, как-то так, ребята, еще я не собралась до конца. Посмотрю еще, что я не взяла. И я с вами вынуждена прощаться. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Я вас всех очень сильно люблю.